пятое место Одиссея. Есть пути, которые не отыщешь на картах. Есть цели, которые укажет только любовь. «Одиссея» – самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству второй космос. Его экспедиции вдохновляли и миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец, мечтатель, бунтарь, легендарный Жак-Ив Кусто. Его корабль, его открытие, его настоящая «Одиссея». Четвертое место «Идеальный мужчина». Матье мечтал стать писателем, однако, несмотря на все усилия, издатели неизменно отвечают ему отказом, возвращая рукопись. Все меняется, когда однажды он находит потрепанный военный дневник умершего участника Алжирской войны, и решение приходит само собой. Третье место «Как братья». На похоронах Шарли Максим, Элли и Борис получают открытку с фотографией дома на Корсике, на которой рукой Шарли написано пожелание, чтобы они поехали туда в любом случае. На первый взгляд у этих троих молодых людей нет ничего общего, но для каждого из них Шарли значила так много, что они отправляются выполнять ее последнее желание, оставив работу, подружек и разные срочные дела. Второе место Франц. Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но в тихое счастье двоих вмешался большой сумасшедший мир. Шла Первая мировая война, Франца отправили на фронт, во Францию, где он и погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещению кладбища. Однажды там она видит незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франц. Он Андриен, француз, а значит враг. Но встреча с ним переворачивает ее жизнь. Первое место «Обещание на рассвете». Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари. Еще когда будущий лауреат Гонкуровской премии был ребенком, его мать твердо решила, что он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на то, что над ней смеялись окружающие, а сын сомневался в собственных силах, она продолжала в него верить, и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели его через все испытания и приключения его жизни, полный